Resident Evil. Так, ну что же, привет, броуз. Привет, броуз. Всем хорошего вечера. Риджет снова с вами. И сегодня мы будем выполнять невыполнимый челлендж. Как бы это пафосно не звучало. Челлендж этот будет вообще просто адовый. Пройти на изи Resident Evil 3. Вы понимаете. Вы понимаете, что это такое. Никто с этим не справится, кроме Риджета. Поэтому давайте проверим, работает ли усё. Так, это что у нас? Ага. Это вот, пожалуйста, сюда, ненавидящий. Усё. Усё готово. Тпа-пуп, или как он там? Тпа-пуп. Твой троллинг здесь неуместен. Пожалуйста, покинь данную трансляцию. Нежелательных зрителей мне не надо. Такс. Ну все, короче, понеслась у нас. Вчера закончилось все на очень трагичной и грустной ноте. Не удалось нам заморить червячка, злобного подземного червячка. И сегодня мы, собственно, пойдем его уничтожать. Но перед этим я все-таки, наверное, дропну дробаш. И знаете, я что возьму? Хотя, может быть, и не стоит дропать дробаш. Бокс с аптечками оставлю. Возьму магнум. Ну вот так, давайте вот так. Думаю, это будет нормой. Так, Эльгара, Дес, привет, Гарипо, Мазила, Мультистронг, привет, дружище. Рад вас всех видеть сегодня. На самом деле, не знаю, почему я именно Resident Evil 3 сегодня начал. Потому что, ну, все мною сказано уже было не раз по Resident Evil 3. Только, к сожалению, я обзора на него не сделал по-настоящему крутого большого обзора. Но так-то, в принципе, все сказано. И стримить мне его в очередной раз, это... Ну, я, по крайней мере, рассматриваю это как мавитон, но... Знаете, просто хочется допройти, просто хочется поиграть в эту игру. В следующий раз я действительно выберу какой-нибудь челлендж, сделаю что-нибудь интересное, по-настоящему с вызовом, да. То, что можно будет назвать вызовом. А сегодня просто так,
Дим. Сашка, привет. Толя, привет. Генри Мэнинг, привет. Немножко я раньше, да, начал, потому что я боюсь на самом деле не Мэвиса. Знаете, он такой парень, может и убить. Приветствуются, конечно, любые ваши вопросы, как любые, которые входят в категорию наемников. Потом человек не хорошая идея, да, кстати, можно в наемников поиграть. Блин, тут еще это шняга. Devil May Cry 3, Dante Must Die без прокачки здоровья. Это очень крутой челлендж. Вот это я понимаю. Нет, на такое я не пойду. Причем вопросы, которые не нарушают правила трансляций. Забирайся уже, подруга, блин. Где у нас тут? Так, я переключусь. Ага. В принципе, все нормально. В принципе, все ок, все норм. Ну что ж ты не переключаешься-то на игру? Сложно тут со всеми переключениями. Стриминг, несмотря ни на что, тоже вещь такая напрягающая. Слишком много тут тоже нюансов, чтобы не было проблем. Всякие чаты, всякие плагины, всякие donation alert. Так, Антон, не хочешь Quantum пройти? Насчет Quantum, подождите, мы тогда порох тут собрали. А, тут не порох, тут снаряды для гранатомета. Насчет Квантума история такая, он очень хреново оптимизирован, и он идет только на Windows 10. А я полностью пока что не хочу переходить на Windows 10 по некоторым причинам. В частности, совместимость некоторых программ, поэтому такие дела. Так, в темноте шурша хвостом по потолку, царапая когтями стены, медленно опускается массивное и большое темное тело на пол. Она поднимает длинную блестящую голову, открывает злобный оскал, с которого обильно капает слюна. Появляется вторая челюсть, шипит. Привет, чат, привет, все, привет. Ну, ксеноморф, очень злобное приветствие, вообще очень страшное. Как я теперь усну-то после такого приветствия от тебя? Это страшно. Привет, дружище. Рад тебя видеть. В этом году выходит экранизация Кредо Ассасина с Фассбендером. Что думаешь по этому поводу? Годное зрелище будет или очередной слив от Юиков уже на большом экране? Честно, вот касательно этой экранизации я даже не знаю, что думать. Просто не знаю, что у них получится. Получится ли у них хоть что-то? Не знаю. Потому что Фассбендер, ну зачем, почему именно его? Да блин, ненавижу это узкое место. И он все время тебя стопудово ухватит. Оп. Блин, вот сейчас ударит. Сейчас можно похиляться. Че ж он такой крепкий-то? Пошел нахер. Так. Ну, ворачивайся. Ему вообще пофиг. Такая сволота. Он даже тут крепкий. Тут вообще не изи. Его убивать не изи вообще на любом уровне сложности. Поэтому да. Поэтому хрен его знает, что там будет с экранизацией. Вот вообще не представляю, что из нее может получиться. Может и годнота получится. Хрен его знает. Потому что Фассбендер очень хороший актер.
Я лично боюсь того, что кредо сольется и превратится в трэш-кино в стиле Увебола. Такое тоже может быть. Вот опять ты увернулся, а он все равно схватил. Поэтому... Да, вот где я порох-то пропустил. Понятно. Поэтому я и считаю, что Немезис, он в принципе имбовая такая шняга. Довольно-таки имбовая. В этом плане. Ну хотя многие надо мной посмеются, скажут. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, я ножом его разделываю. Знаете, этих пацанов. Они такие. Хоть кого ножом разделают. Так. Сейчас все на мотре прочитаю твои сообщения. В принципе, можно ничего особо и не мутить. Так, давай, вылази. Вылази, шнега. Так, Рич, я пропустил прошлый стрим, но посмотрел повтор. Там ты поднял тему про фильмы, где Рипли занималась геноцидом моего народа. Окей. А что думаешь про фильмы кроссоверы «Чужой против хищника»? Ну, насколько я помню, первый «Чужой против хищника» его снимал Пол Андерсон. И второй, по-моему, Пол Андерсон. Или первый не Пол Андерсон снимал, второй снимал. Ну, короче, в принципе, они, ну, неплохие. Так, чисто как такое развлечение для таких суровых фанатов пойдет. Но не более. А где они в городе были? Вот это прикольно. Там просто так людей на части драли. Клево. Просто запомнилось почему-то. То есть они не воспринимаются как полнейшая хрень. В то же время суперскими фильмами их не назвать. Такие среднячки, хорошие среднячки во вселенной. Подождите, у меня хоть масло с присадкой, да, улучшенное масло. То бы я сейчас оплошал. Слушайте. А что там надо сделать-то, чтобы эта катсцена с этим появилась? Нужно выпрыгнуть или нажать на аварийный тормоз, чтобы отвесило, короче, Джилл пощечину этому самому Карлосу. Вот это мне очень интересно. Так. Так, люблю эти вселенные, но по отдельности скрещивать их дико ерести. Светотатство. Ну, можно и так. Можно и так. Я, в принципе, не против. Так, аварийный тормоз. Аварийка. Хорошо. Надо ж, как вы быстро мне ответили. Кажется, мы готовы идти. Вот, возьми это. Ну, спасибо. По 12, кстати, дропается. Ладно. Николай не пойдет с нами. Я понимаю. А, похеру все на него. Я буду управлять фуникулером. Пошли. Так, с тобой все ок? Я не спас своих ребят. Пафосно. Ладно. Тормоз, значит, аварийный. Выглядит неплохо. Интересно, а как долго с ним нужно сражаться? И нужно ли с ним сражаться? Там, где Михаил-то потом встанет. Несмотря на ужасную агонию. Михаил! Сейчас попробуем. Попробуем его увольнуть, хотя, может быть, в этом смысла особого и не будет. Просто попробуем. Чисто магнум оставлю. Не нужно, может быть. Да. Ну ладно. Ну все, смотрим.
Джилл, вылезай из фуникулёра! Быстро! На его подвиг. Подожди, не надо! Выбирайся отсюда! Быстро! Подходи. PlayStation, привет. Чуть-чуть поближе. Получи. Михаил. Нет, тормоза не работают. Аварийный тормоз, да. Так и должно. Он типа выпадет, ну окей. А где мы сейчас окажемся? Приятные звуки от Джилл. А, ну понятно. Я очень давно очень давно таким путем не проходил. Ну это явная такая отсылочка ко второй части. Когда Леон и Леклер заходили в полицейский участок, и также камера пролетала сверху вниз, пошел вон. Так, тут две синие, хорошо. Ну и все, в принципе, можно в сейв-рум сразу же идти. Нам здесь пока что не будет появляться. Так, Ридж на изи, с неба не падает, вот, хотя это... Да, мне уже вчера сказали. Я прочитал твои сообщения. И спасибо большое за советы, но... Это, понимаешь, вот описать это легко. А вот эти увороты, вот эту вот всю тему с тем, как можно на изи что-то все проходить. Но нужно наскиловаться, нужно реально наскиловаться. Изи. Ну это правда изи. Опа. Подождите, он уже до сюда добрался. Я думал, что он немножечко попозже здесь появится. Вот давайте сделаем еще одну смесь. Ага. Два истребителя Немезисов. Что-то я только одного видел. Эльгара, не знаю про кого-то там. Еще говоришь? А, ну... Логично. Да, в принципе, все можно хилки, наверное, вниз перенести. А, порох оставим. На будущее. Блин, тут пауки будут, по-моему. Да, тут будут пауки. Тогда сделаем одну смесь. Про кейс с бесконечными патронами читал? Да, я его даже открывал на PlayStation. То как я его открывал? Не помню, но как-то открывал. Помню, что он был у меня. А, он, по-моему, с Немезиса падает. Ты его соединяешь с любым оружием, и он, короче, это оружие становится бесконечным. По-моему, как-то так. Ридж, прошлой трансляции ты задавался вопросом, куда делось тело Брэда. Он превратился в зомбака и гуляет теперь снизу, под лестницей, рядом со входом в полицейский участок. Его можно... Да-да-да, ксеноморф, я вот... Тебе спасибо за наводку. Да, я почему-то об этом не подумал. Он же реально во второй части потом будет там тусоваться.
Хотя это не канонично. Там много нет несостыковок со второй частью. Хотя они пытались. Они пытались. По меньшей мере. Нет, просто он слишком быстро, что ли. Ну хотя, да, они же тут иногда даже визуально показывают, как они обращаются. То есть там чувака в городе хавают какого-нибудь, а потом мы пробегаем спустя несколько минут, он уже встает. Да, да, это в принципе объясним. Ладно, с Брэда все вопросы сняты. Так, ну чё, Немезис, ты идешь? Оу, щит. Оу, щит, еще и быстрый собаки. Ну ладно, дробаш, ну вас не пожалею. Оп. Остальных пигалетом. Оп. Начало получаться. Блин, вот всегда бы эти куты так срабатывали. Никакие зомбаки бы мне не были страшны. Почему? А, стоп. Не то комбиню. Погнали дальше. Так, но кейс выпадает при условии убийства Немо во всех встречах. И на фуникулёре, и за Карлоса, который работал на Амбреллу. Ну, короче, он не выпадал каким-то образом. Ты жив? Я не знаю, как мы будем выбираться из этого города. О чем ты говоришь? Мы уже сделали это. Ты не понимаешь? Они не намерены отпускать нас живыми? Неужели ты думаешь, что мы можем доверять этому великому плану эвакуации? Да это всего лишь лист бумаги. У нас сейчас нет другого выбора, кроме как довериться им. Нет. Если мы собираемся умереть, мы можем выбрать, когда это случится. Натуре. Получил? Вот в чем дело. Распишись. А? Ты сдаешься? Нет. Я просто не могу с этим справиться. Тот редкий случай, когда... когда Карлос ведет себя как пусси. Эх, молодец, Джилл. Обожаю ее. Так, меж тем. Тут, по-моему, ни хрена нет в этой комнате. По-моему, ничего здесь нет. Ну, я, кстати, правильно сделал выбор касательно... Касательно патронов, он что-то держит в руках. Инструкция по эвакуации. Да, запустить колокола. Угу. Карта не нужна, помню наизусть это место. Хилочка. Давай сразу же отправляйся в бокс аптечек. И шкатулки. Одна расстроенная, другая нормальная. Все. В наемниках можно тоже что-то выбить. Там, если очень долго играть, там можно даже бессмертие, по-моему, выбить в наемниках. Значит, ты так уж шибко долго не играл этих наемников. Там сложно. Там сложно. Чего греха-то, и там правда сложно. Тоже нужен скилл довольно серьезный. Там у Немезис, по-моему, встречается не единожды. По-моему. Могу ошибаться. Это головоломка, которую я не помню, как решать. Ай! Ух ты, сволочь, я думал, я тут всех убил. Так, Input DC, привет. Привет, добро пожаловать на стрим. Тут, знаете, жалко, чей не дропнется. Очень жалко, что не дропнется. Это эти самые. Так, вот сюда мы сейчас. Бок времени, да, нужна вторая часть ключа. В общем,
Жалко, что не дропнется этот самонаводящийся гранатомет. Или он все-таки дропнется. Слушайте, хрен его знает. Что-то забыл. Блин, а куда мне столько патронов? Тут дисбаланс, понимаете? Тут дисбаланс с патронами. Реально дисбаланс. При том, что Немезис, он сволочуга такая, он все равно крепкий. Все равно крепкий, все равно мощный. Так, не, в наемниках можно купить бесконечный М4, миниган, ракетницу или даже бесконечные патроны для всего. По-моему, там было бессмертие. По-моему, я даже что-то такое выбивал, или мне друг показывал, как он выбивал. Я прошел Quantum Break, конечно, сюжет сложный, с первого раза не все понятно, слишком много замут, но геймплей из 10 часов всего час. Не знаю, хорошо это или плохо. Да, там так мало геймплея. В принципе, в Alan Wake был хороший баланс. Геймплей, повествование, там, в принципе, что-то было близко к идеалу, на мой взгляд. Давайте тогда пока что. Или какой смысл? Не, оставим, пойдемте дальше. Хэштег дисбаланс с патронами. Да, наверное, скиллер. Дисбаланс. Сколько тут всего? Так, объединить. А, это другой ключ. Это ключ от башни. Все понятно. Все понятно. Affirmative. Я под конец игры еще приличная аптечка патронов останется. Да я уж понимаю. Не, ну это реально жесть какая-то. Вот смотрите, 122 патрона. Я честно, вот, я в этот режим не играл с того самого моего прохождения в 2010 году. Я забыл, что тут так много всего. Я реально забыл. Ну хотя... Они могли лучше патронов так много не дропать, а просто сделать поменьше, например, дамагу врагам. И все. Зачем такие кучу патронов раскидывать? Опа. Я всего лишь чекнул этот ящик. Ну иди ты сюда, братюня. Так, я только на ютубе видел Quantum, мне не понравилось. Там говорят, как-то вперемешку с сериалом, что ли, все сделали. Я тоже как-то так очень спорно. Спорно очень у меня отношение к этому Quantum Break. С одной стороны, интересно, с другой. А куда я пороха дропал? Наверх куда-то? А, вот сюда. С одной стороны, интересно, с другой. Зачем вы это наделали? Хотя сюжет про путешествия и манипуляции со временем, это в принципе всегда интересно, и это по большому счету не такая уж сильно заезженная тема, но все равно что-то не то. Так, кто там? Олесса, привет, добро пожаловать на стрим. Вот сейчас мы сюда пройдем, наверное. А, нет. Ну, значит, наверх. Тут сейчас паучара будут. Что мне нравится, что если траванут, можно вниз спуститься и по-быстренькому похиляться там. Хотя, по большому счету, пауков можно обойти. И потом они вообще исчезнут. Они реально исчезнут. Потому что тут Немезис будет бегать. Бам! Круто. Понимаете, тут все боятся Немезиса. Он тут главный. Все BOW его боятся. Так. Здесь мы заюзаем ключ.
А, стоп, не то делаю. Сюда, что ли, ключ? Да. Так, а где по лору расположен Raccoon City? Это восточное или западное побережье? Архитектура и дизайн интерьеров смахивают на европейский стиль середины 20 века, а не на американский городок конца 90-х. Ну да, я очень много рассуждал Эльгара по поводу этого в своих прохождениях. Да, тут Польша все смахивает на Европу, и скорее всего это какой-то... Север. Я думаю, север все-таки западного побережья. Где-то там, может быть, близ штата Колорадо. Есть точно его... точное местонахождение есть где-то, оно описано. Каких-то там... в каких-то википедиях, короче, описано, где он территориально находится. Я, к сожалению, не помню, но я читал по этому поводу статейки. Тут очень много перемешано. То есть вот это Шерри Биркин, которая бегала в матроске. Это чисто японская тема там. В матросках школьницы ходят. Да, окей. Японская тема. Почему она так ходила в Америке, при том, что она не японка, у нее и мать, и отец, как бы, американцы. Так что да, тут мешанина. Мешанина. Вдохновлялись они, наверное, всякой европейской архитектурой, но так как изначально все это ориентировалось на американский рынок, и сделали место действия Америку. Так, в Quantum Break геймплея час перестрелок, все остальное время ты ходишь, читаешь записки, ходишь просто в разрыве времени, постоянно идет повествование. Игра труба не дает никуда свернуть, ролики идут через каждые 5 минут. В этой игре очень много сюжета, и для геймплея места не осталось. Это очень плохо. Если это так, то это очень-очень печально. Прям печальненько. Так, это можно, по-моему, сразу же дропнуть или нет? Ну, это бесполезно сейчас сюда ставить, подождите. Шкатулка что? А, можно. Сейчас на изич сделаем. Так. Raccoon City был маленьким уединенным промышленным городком, расположенным на среднем западе США. Уничтожен, да. На среднем западе. Просто Шерри смотрит Сейлор Мун, видимо. Да. Может быть такое. Неправильно. Правильно. Неправильно. Правильно. Неправильно. Правильно. Ну, тут легко довольно-таки. Неправильно. Все. Решили. Что? Я испугался, думал, что... Нет, она... Почему? Почему? Почему так? What the fuck? А чё я не так нажал? Всё, я закончил, это логично. Вы чё, издеваетесь надо мной? Подождите, или у меня чего-то не хватает? Чё я не так делаю?
Где-то в одном из этих штатов. Регион состоит из 12 штатов в центральной и северно-восточной части США. Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота, Огайо, Южная Дакота, Висконсин. Наверное, это все-таки какой-нибудь Иллинойс. Мне кажется. Подождите, а в чем проблема? Что такое? Что я не так сделал? Надо не на все жать, а играть. Окей. А, тут же появляется еще. Да. Играть, да. Поторопился. Слишком. Поторопился громко решить. Диктофон нужен. Да нет, она очень легкая. Там же внизу на самом деле подсказочка есть. Там искажены все звуки. А, да, полон. Хорошо. Вкладыш-то я что-то позабыл. Ладно, пороха сначала дропнем. Даже можно вместо дробашка и сюда. Так, хорошо, что тут не надо нежно шептать в микрофон, чтобы младенец засмеялся второй раз, а потом зазвонил телефон. Да, незабываемый, конечно. Незабываемый пазл в пяти, который, кстати, у меня до сих пор из приставки не удален. Может быть, как-нибудь переиграю, но это too much. Слишком страшно. А этот ключ, он... Где он юзается-то? Я что-то позабыл. Эта шняга, по-моему, нам не пригодится, пока это скомбинить надо. По-моему, как-то так. Сейчас Немезис придет. Сейчас придет Немезис. Мы уже довольно много прошли, поэтому я сейчас себе не уверен. Давайте сохраним. А, тут нет сохранялки, да? А, нет, есть. Все. Все, сохраняемся, иначе нельзя. Так, в турок нет, не играл. Я помню в то время, когда он выходил, я, короче, только компьютер появился, я очень много игровые журналы читал. У меня интернета еще не было, но я журналы читал. И что-то его там так, короче, обосрали, что я в то время не стал в него играть. Может, это и плохая игра, но там, опять же, какой-то сеттинг там вроде странный, каких-то динозавров накачанный пацан мочит. Не знаю, может и плохая, я ничего про нее не буду говорить, так как не играл. Так, Риджет, в какой Resident Evil ты больше ждешь, Resident Evil 7 или Resident Evil 2 ремастер? Честно, я больше жду Resident Evil 2. Ремейк, он будет ремейк, он не ремастер, а потом будет ремейк. Шнурок сейчас. Оп. Танцуй. I like to party. Everybody dance. Ладно. Что-то он где-то... Где-то он слева зарычал. Сейчас внизу где-нибудь появится.
Ну, в принципе, да, он сейчас будет бегать. Че тут какой-то вопрос? Ридж, а ты играл Resident Evil Code Veronica? Играл. Как ни странно. Дважды прохождение записал. В каком там? 2011 или 10-м? Нет, в 10-м, по-моему, Code Veronica тоже в 10-м была, когда я DVD-рекорд там записывал. Ну, привет! А, у меня нет магнума, да? Три. В принципе, давай попробуем. Вот уродина, а, вот зажимает, реально, вот. Проклятый. Смотрите, не хватило просто тупо его хп ушатать. Я гений, что я сохранился. Просто гениально, что я сохранился. Представляете, какой бы сейчас облом был? Нет, уж лучше сохранимся. Все равно нам хорошего ранга не видать. Сообщение-то я не прочел. Представь себе, Джилл держит ракетницу под юбкой, патроны под мышкой, ключи в потайном месте, о котором говорила Мэрил. Дробовик за спиной, лечилки в рубашке. А представь, если девушка в роскошном белье также таскала бы все. Хороший вопрос. Представил. Не представляю. Так. Ора-ора, спасибо за подписку. Давайте возьмем, хрен с ним. Нужно его это... А хотя... Не, он все равно появится. Хотя сейчас проверим. Сейчас проверим теорию со светом. А это дропнем. Все равно, в принципе, эта локация уже зачищена, поэтому фиг бы с ним. А каковы, на твой взгляд, шансы появления ремейка третьего Резика? Если второй Резидент, ремейк второго Резидента хорошо продастся, сделают ремейк третий, 100 пудов. Поэтому я буду всех агитировать покупать Resident Evil 2 ремейк, если он окажется хорошим. Ну, по-любому, кажется, окажется хорошим, но я буду всех агитировать, сделаю прохождение, обзор, летсплей, стрим, все сделаю. Потому что одна из самых любимых игр, долгое время вообще самой любимой игрой была, поэтому как иначе. Код выполняется одновременной комбинацией прицел плюс прицел действия плюс отмена. Ну, да-да-да, я понимаю, я то и делаю, но что-то он один раз выбирается, другой раз не выбирается. При свете он не появляется. И зачем ты таскаешь ключ от башни? Да хрен его знает вообще, почему он не пропал? Почему он не пропал-то? Я его не выбросил, что ли? Почему он не пропал? What the fuck? Вот этот ключ выбрать. Я что-то скосячил, что-то не так сделал. Тут еще получар уже. Так, и последнее в Quantum Break. Что-то вы сегодня так активно пишете. А в Quantum Break сюжетом и сериалом все отлично. Живые персонажи, непредсказуемые повороты. Геймплея мало, но сама кор-механика крутая. И бои тут как в игре Fear. То есть все разлетается в щепки, физика есть, оружие, пулю по физике ловят вроде, это уникальная игра, не для всех, я считаю. Верю. Вот смотри, видишь, получилось увернуться. У меня довольно часто
начало получаться. Вот сейчас я тоже, кстати, увернулся. Но только он все равно меня кацанул. Ну, хоть это. Хоть не отравил. Ты его не выбросил. Фак. Фак, 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 фак. Ну ладно. Записки наемника. Так. Вот тут, ребят, точно I need your help. I need your help. Валентайн, спасибо за подписку. Надо еще Twitch Alert подключить, чтобы это прям пафосно вылетало. Но опять же, этим могут воспользоваться некоторые личности из стаи бомбанутых пацанов и будут раздражать, поэтому и не делаю. Много какие функции не делаю за бомбанутых пацанов. Если вы понимаете, о чем я. Сейчас подскажут, сейчас подскажут. Просто нужно в правильном. Так. А, помню, когда в первый раз и после часовни появится вертолет, я думал, что это конец. Ну. Это ксеноморф сидит, спойлерит. Люди. Вообще, может быть. Может быть, в первый раз смотрит эту игру. Он взял и спойлернул. Нет, точно это не на час назад. Это на час вперед. Просто как-то по старости, что ли, нужно положить вот хрустальный сюда. А, это на час вперед даст. Сейчас посмотрим, сколько это даст. Все. Изи. Спросил создателя S-Combat, какую часть вы бы на какую часть хотели бы ремейк. И сделал голосование. Как ты смотришь на это? Нужен ли ремейк этой игры? Да я думаю, нет. Хотя фиг его знает. Может быть и нужен. Но я бы третью поставил на ремейк. Учитывая то, что я всю жизнь играл в нее без сюжета. То есть я играл в европейскую версию, а не японскую. Пнуло. Не хватает силёнок. Зато хватает силёнок оплеухи навешивать бедному Карлосу. Приходить на стрим ради сюжета — это как идти в театр ради экшена. Ну, может быть, кто-то интересуется вообще повествованием. Да, реально. И такой мы им облом. Вертолет. Вертолет взорвут. И Джилл в конце умрет. И вообще все будет очень плохо. Ну все, в принципе, запускаем. И там батл с Немезисом. И Adventure. Карлос Adventures начнется. Где он сейчас бегает? Он, наверное, плачет где-нибудь под лестницей после той ситуации. Он, по идее, крутой наемник Umbrella, он подготовлен. Подготовлен. Спецподразделение.
и повел себя как пусть. Это сильный удар ему по самолюбию и по всему остальному. Так. Ну, в принципе, можно только магнуму взять. Этот бокс аптечек оставить. Я думаю, 3 аптечки хватит. Давайте на все эти пожарные. Там, где они? Где они? А, у меня только такая смесь, да, у меня тройные смеси. У меня по одной этой хилке не осталось. Печально. Ну, давайте вот эту возьмем и вот этой маленькой сейчас похиляемся. Что-то я расточительно в этот раз играю в плане... В плане аптечек, да? Расточительно. Но из-за того, что я часто сталкивался с Немезисом. Засейвись. Не, я сейвиться я тут не буду. Засейвимся потом за Карлоса. Оливейра. А давайте, знаете, что возьмем? Я вот думаю, знаете... Да, блин. Ты нажал. Вот это давайте возьмем. Да, ладно. Хотя... Нет. И ключ выложу, все, он больше не нужен. Я его не выбросил. Я думаю, этого хватит. Патронов для магнума, да кем себе этот Немезис вообще возомнил, че он вообще хочет? Как думаешь, вернется Немезис в Resident Evil 7? Да нет, обычно монстры как бы не возвращаются. В принципе, этого монстрилу из шестой части можно тоже посчитать неким Немезисом, очень похожим на него. Как его звали? Звали-то. Мы спасены. Сюда. Наконец-то все закончилось. Нет. Нет. Вот этот раз вообще какая-то... Какая-то ракетница жесткая была, это что-то типа стингера что ли было. Ах, тварюга. Все, выбегает парень. Взял себя в руки. Классно он попал. Выручил он все-таки. Отжил. Но это еще не конец. Ну давай. Тут еще непонятно, сколько у нас здоровья. Лечись. Просто на всякий пожар. Что-то вообще все плохо. А может, не сильно и плохо. Нет. Я думал, он тут покрепче в этой фазе. Сейчас у него плащ полностью сгорит. А идея-то насколько прикольная, то что монстр за тобой вот реально всю игру гоняется и все меняется, всякие Карлос? Новые формы приобретает. До этого
видеоиграх, я не припомню, что такое было. Если даже хорроры какие-то начать вспоминать. А может и был. Черт его знает. Джилл! Прости меня, Джилл! Пожалуйста, очнись! Ну, он так-то неплох. Гланс здесь. Джилл! А вот и оригинал. 1 октября. Ночь. Я проснулась от шума дождя. Не верится, что я все еще жива. Рич, как думаешь, каковы шансы на выход The Evil Within 2? Шансы стремятся к нулю. Она не была столь успешна, чтобы на сиквел тоже кучу денег тратить. Ну хотя она отбилась вроде. Карлос? Кажется, мы поменялись ролями по сравнению с нашей первой встречей, а? Не волнуйся, Джилл, в этой часовне безопасно. Я заразилась вирусом, не так ли? Эй, не волнуйся! Я в порядке. Я не чувствую боли. Это-то меня и беспокоит. Если я ничего не чувствую, смешно, что ребят, это значит? В чате, смешно. Не сдавайся, Джилл, я тебя не оставлю. Что бы ты ни делала, не позволяй вирусу одержать победу. Убежали комментарии. Так. Вот мутации проходят нормально, не то что в Resident Evil 6, где вовсю бужует один биорганический трансформер. Да там такой бред с этим Симмонсом вообще просто. Такой бред, там я не знаю, под каким приходом они это мутили. Какая там жесть. Ну, в общем, я понял. Вы уже не Мазиса назвали лысым из из Резика. Вот. Понимаете? Вот. Обидно. Просто обидно, мне кажется. Для Немезиса иметь такое прозвище. Сексуальный маньяк, который не дает женщине выехать из города. Это обидно. Так. Ice Combat Assault Horizon, как тебе? Просто нигде не видел, чтобы ты о ней говорил. Вроде игра отличная. Как она тебе? Просто... Да-да-да, ты дважды почему-то написал. Потому что я не играл. Наверное, поэтому. Так, давайте возьмем сначала пигалет. Не играл я в этот новый Ice Combat. Надо, наверное, все-таки попробовать. Как-нибудь. Может, действительно... Действительно неплохая игрушка. На Мэзис, кстати, интересно будет. За мной. Что у вас уроды, а? Он интересно будет тут ходить-то, охотиться. Ну офигительно. Два раза меня коснули эти мудаки. Слушайте. Ну, там еще быстрый бежит чувак. Ладно. Слушайте, у него, по-моему, 5-7, да? Ну-ка. Sig Pro. SP-2009. Ручная работа сделана в основном из пластика. Очень легкий, стреляет 9-мм патроном. Хорошо. Мне показалось, что 5-7. У нас тут вообще-то два рожка, поэтому, может, и не стоит даже переключаться на обычный пигалет. Лысый из Бразерс не дает своей ракетнице улететь женщине из города. Понятно, стрим, какие вообще обороты сейчас набирает. Пошла эта тема. Лысый из Резика. Но это правда смешно. Вроде он тоже на Карлоса охотиться будет, но только когда мы вернемся. Посмотрим. Ай, наспаунились все-таки, сволочи, наспаунились. Вон пошел. А
выходи. Че вы там делаете? А, он сверху. Я его тень увидел. Come here, scum. Сюда иди. Сюда подошел. Ну че он там? Идеально. Хотя по возвращению, может быть, их и не было. Кто-то еще помнит? Казахстанский аналог немчика Станака из Астаны. А, Устанак. Точно. Точно, Устанак же его звали, Устанак. Ну вот они, по сути, и переиначили. Чё там, была первая кампания за Леона в шестом Резиденте. Она была больше всего похожа на старые Резиденты, да, с классическими зомби, со всей такой фигнёй. Потом они в кампании Криса сделали что-то похожее на Resident Evil 5. Чисто больше в экшен упор. А в третьей... Блин, из себя кацанул, фак. Фак! Ну, мне из бокса печку похилить. Короче, намешали всего и получилось. Получилось чушь. Welcome to China. Нацелено на лавры. Нацелено на какие там лавры? Call of Duty. То есть не так себе сюжет, но вот постановка и все остальное не хуже, чем Modern Warfare. Кстати, одна из лучших игр Angry Joe, он 8 баллов поставил. Я не смотрел обзор, честно говоря. Ну, ознакомлюсь. Да я давно уже, я как-то, знаешь, PlayStation, дорогой, меня что-то не тянет на летные симуляторы. Ну, не тянет просто. Почему? Фиг его знает. Блин, я помню, первый раз проходил, мне так нехорошо на этом моменте стало, потому что я третью часть проходил позднее всех. Ну, позднее, имеется в виду, первый и второй. Я когда увидел хантеров, думаю, фак, они вернулись. Это же вообще полная задница. Нужны патроны для пистолета? Да я думаю, нет, я думаю, обойдемся. Два рожка же у Карлоса. Два, мать его, рожка. Этого более чем достаточно. Так, ксеноморф. Смотря в каком контексте. Если человек оскорбляет, то... обязательно, как бы, бан. А если просто высказывается, то можно просто предупредить. Если там безобидно, то ничего страшного на самом деле, я в этом не вижу. Подождите. Ничего подозрительного. Это только его хилки останутся. Давайте я тогда их дропну. На всякий пожарный. Так, будешь ли ты проходить на стриме Паразиты в 2? Проходил уже, проходил. Если хотите продолжение, вот давайте, кто хочет, если кто-то хочет продолжение, ставьте сейчас плюс в чате. Просто плюс в чат. Если хотите продолжение Паразиты в 2. Ну чё-то меня особо много не просили, там парочка только человек в группе, ну пара-тройка писали, что будет еще нет. Обычно если хотят, гораздо больше пишут. Так, синяя трава. Давайте возьмем, в крайнем случае схаваем.
Меридиан, привет. Добро пожаловать. Эльгара он не хочет. Ну, смотрите, даже минусы есть, понимаете? Значит, есть люди, которые хотят воспрепятствовать этому. Мол, ты чё, ты офигел, что ли? Какие ещё? Я сейчас сниму. А, знаете, короче, у меня какая тема была? Что я хочу постримить? Реально хочу попробовать постримить, если удастся с эмулятора или с PlayStation 2 без проблем. Я, короче, вот реально вот чё мне хочется от души постримить? Мне хочется Матрицу Путь Нео постримить в версии PlayStation 2. Блин, ну просто хочется. Потому что безмерно люблю фильм Матрица. Игра, она, конечно, такая довольно-таки спорная. Но там есть несколько прикольных моментов. И несколько фишек, которые я прям помню со времен PlayStation 2. Так, использовать. А что такое? Ну. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However. Как думаешь, откуда в городе вообще взялись хантеры? Может, какой-нибудь неудачный эксперимент? Сашка, да, ну тут же все расскажется. Это вот на самом деле не то чтобы больница была, это вот как раз таки. Ну, что такое? Так, на четвертый сначала съездим. Это был полуисследовательский такой центр Umbrella, и здесь они тоже занимались ресорчами всякими. Так, сейчас сначала вот в эту комнатку зайдем. Посмотрим. А, там закрыто еще, значит, сюда. Да, но особо много желающих нет, как я и ожидал. Но мне на самом деле хотелось бы. Реально хотелось бы. Пом. Ну ты же живой, что? Почему? Пока скрипт не сработает, ты бессмертен, да. Молодец. Молодец, молодец. Далеко пойдешь. На компе очень глючная версия бензин. Поверь мне. На PlayStation 2 еще более-менее. Так, значит он... Тварь. Паскуда. Пацаны, все-таки меня. На PlayStation 2 и это... Нормальная, как ее, господи. Как там игра-то называлась, блин? И там за негритянку не оба-то играли. И за китайца. Блин, как она называлась? Матрица Reload, наверное, да? Да, перезагрузка. Она на PlayStation 2 тоже нормальная. А на PC стрёмная. Поэтому такие дела. Не хочешь попробовать постримить Dark Souls 3? Любую часть может понравиться. Да сейчас в тренде Dark Souls. Я думаю, что... 402. Я думаю, это мало кому интересно будет. Мне так кажется. Я рад ошибаться. Да и в принципе там хардкор. Вы видите, ребят? Enter the Matrix. Да, точно. Спасибо. Enter the Matrix. Она на PC говно, а на этом более отлажено. Николай, ты все еще жив? Ты тоже. Что случилось? Что происходит? Я один из наблюдателей. Тебе достаточно знать это. Подожди. Интересно, что это не какой-то человек? Он сказал, да я вас обоих завалю.
Да я вас обоих замочу. Причем, смотрите, как все тут разлетелось на части, а он живой. И какая-то странная граната, да? Ничего не горит, ничего даже не загорелось. What the fuck? What the fuck? It's fucking... fucking strange down here. Так, в какой части игровых матриц были ролики с актерами? А вот как раз таки... в этом и были. Отдельно снятый в Enter the Matrix. Древние такие игры. Но я помню, когда вышла Enter the Matrix, и такие на нее отзывы были негативные, вообще везде. Просто везде ее возненавидели, просто смешали. Смешали с грязью эту игру. У меня вот другу она нравилась очень сильно. Так, а нам вот в этот угол ее, кстати, нужно задвинуть в этот раз, если я не ошибаюсь. Почему нет? В той же комнате там она стояла. What the fuck? Подождите. А, или ее нужно противоположную. Да, противоположную, по-моему, надо. Сейчас посмотрим. Ее нужно противоположно к этой, что ли, отнести. Да, по-моему, противоположную. Да, значит, вот в эту сторону. Что-то вот этот пазл, я не помню, как он точно решается. Просто не помню. I don't remember. В Enter the Matrix были квадратные колеса, уникальная игра, только в PC-версии. Да, вот. Почему они это не пофиксили? Ну, они там торопились очень сильно к выходу фильма. Может быть, если бы побольше времени дали, то игра бы... вообще офигительная получилась, а так торопились, зазря торопились. Нет? What the fuck? Почему нет? Почему нет? Почему нет? Подвал. А, нет, стоп. Или решение все-таки... нет, здесь же решение должно быть. Должно быть здесь решение. Или в подвале подсказка. Противоположно. Я, значит, сейчас в этот перетаскивал. Не сработало. Значит, все-таки... Давай, Nemesis Killer, пока. Спасибо, что поприсутствовал. Вот в эту сторону. Ну цепляйся, Карлос, цепляйся, братюня, Карлос, молодец. А куда? А куда?
Неужели к умывальнику? Что-то как-то она рандомно появляется, никогда не понимал, как этот пазл решается. Неужели сюда, к умывальнику? Это ж вообще тогда изи будет. Серьезно, это будет? Это будет too easy. Офигеть. Офигеть. Так близко в этот раз. А еще и код надо. Надо код знать. Я не знаю код. Я не знаю код. Зачем я это делал? Все, я пошел. А где? Подождите, он же тут должен быть. Он же тут может быть. Сейчас посмотрим. Orange Horse, спасибо за подписку. Orange Horse. Позитивно. Нигде нету записи. Он держит бланк. А, 5-3-1. Все, спасибо. Спасибо за бланк. Спасибо за бланк, доктор. А, это важный пазл был. Я просто думал, может быть... Да, может вакцину делаем. Может тут вакцину делаем. Может не херней страдаем. Мы хилку, большую хилочку делаем для Клэрушки. Для Клэрушки? Для какой Клэрушки? Для Джилл Балентайнушки. Рассмешили вы меня тут, мне в голове один лысый из Resident Evil 3. Приколисты. Так. А, тут потом резнутся. Резнутся, по-моему, эти... такие скорпиошки. Хантер. Да увернулся же! Увернулся же, вы видели? Ну какой... На кой черт тут вообще нужно у ворота, если не получается? Зачастую. Ну давай. Че ты там? А, ты в стену. В стену уперся. Залип. Вол, ну-ка. Да выёживался, да выёживался. С Хантером шутки плохие. Хантер такой, ага, решил надо мной посмеяться. You're a fucking pussy. I see when you cry. И побежал такой. Сделаю тебе Lake of Tears. Знаете, есть такая группа Lake of Tears. Открыть невозможно. Но очень сложно. Прям такое. Карлос пострел. Это очень сложно. Слишком сложно. Даже не буду пытаться тут что-либо сделать. Так, а представь, что надо было делать вакцину на время. Если не успеет, Джилл превращается в зомби. Было прикольно, кстати. Но это как-то не в духе прошлых старых частей Резидента. Там как-то под конец в основном ограничения такие делали. По времени. Но тут уже более усиленные хантеры. Колоста медика. Что там? Подключите к источнику энергии и поместите прибор в основу. Можете начинать готовить питательную среду для вакцины. Для того, чтобы приготовить вам вакцину, вам нужно действовать 5 рычагами. Они приводят движение 2 стрелки. Вы приведете обе стрелки в центральное положение, производство вакцины начнется автоматически. Спасибо за все эти замудрения. А, нельзя.
Вот это классический хант. А нет, это еще какие-то лягушки, типа это. Вообще прям. Питательная основа. Так, нужно все сравнять. Так. Вниз. И поднять. Б. Слишком. А, первый. А, щит. Не то. А, тут просто нужна определенная миросечка, то ли ждешь. То же самое и хороший сюжет, или какого-то прогресса. В плане геймплейных механик. Ну там типа open world какой-то будет. Ну жду, естественно, прогресса жду. Что еще там ждать? Как не прогресс? Не то. Может средний поднять? Да чтоб тебя. Все таким дичайшим рандомом набирается. Или нужно просто знать. Но да что такое? 1-3, потом Б, да? Ну я так и сделал. Не получается. А, нужно постепенно. Да. Тут нужно постепенно. Или подождите, или они в каком изначальном положении? Нет, оно изначально не в правильном положении. Давайте выйдем и попробуем. 1-3, потом А. А, потом А, а не Б. Моя внимательность. Спасибо, бро. Все, у нас есть вакцина. Вакцина эффективная против вируса. Офигеть. Че, вы будете выпрыгивать? Раз у нас идет. Хера себе! Охереть! Надо было бежать! Так... Вы видели? Там вообще не... Там вообще... Такой изи, я манал этот изи, вообще просто манал. Это чё за ублюдство, это чё за... Суки, а? Вот просто умотали, вообще просто набегали, только успевай, куда ты делаешь. Такой бред. Такой бред, вообще, я манал, я просто манал. Я столько уже пазлов решил, надо было бежать. Какого хера я с ними стал сражаться? Козлы вы все, мне хватит боеприпасов, я даже этот пистолет юзать не буду. Козлы! Сдохните! Мать вашу, ублюдки, решили ко мне лезть, да я вас всех сейчас... ...делаю. Вообще ужасно, вот... Нахер... Моему возмущению нет предела. Нахер они так-то сделали? Почему я не сохраняюсь? Если я все равно, в принципе, на хреновый рейтинг пройду. Почему я не сохраняюсь?
Скиллуху потерял. Издевается надо мной вообще. Прям скиллуха растеряна. Потерял скиллуху, ага, когда на тебя хантеры нападают и непрерывно спамят атаку. Вообще, скиллуха потеряна. Просто. Фига себе, тут рандомно эти могут появиться. Слушайте, я не знал. Я вообще такого не знал. Круто. Прикольно. А в прошлый раз пауки были, да? Ну тут просто им реально какую-то имбу сделали. Они просто берут трынц. Ты там вообще просто нифига не можешь сделать. Просто нифига. Еще этот пазл сраный решать с этим поиском. Черт, меня вот больше всего раздражает этот пазл. С отодвиганием в нужную сторону того самого ящика дурацкого. Ненавижу. Так, сейчас я подальше отойду. Давайте, поближе, сукины дети. Поближе. Сказал, ближе, че вы тупите там. Не того закоцало вообще. Я думал, что их можно умотать. Их наверняка можно умотать, но какого хера они так-то... Блин, давай, спи, давай. Какого хрена они так-то начинают спамить? Они вообще ничего тебе... Мне вообще ничего не дали сделать. Они просто начали накидывать и все. Вообще какая-то бредятина. Все, сейчас я камбербат сделаю. Да. С 9 до 17 открыто по любасу. Сволочь. Да. Почему это не скипается? Не хочу это смотреть. Я не хочу это смотреть. Вот эти вот гораздо более безобидные, чем те сволочуги. Те прям просто сволочи полные, полнейшие морозотные твари. С другой стороны, там же и сохраниться негде. Просто надо всегда тут быть наготове, нигде не расслабляться. И где надо убегать, надо убегать. Слушать свои инстинкты, слушать внутренний голос. Мне подсказывал, говорит, беги. Я такой, а почему бы и не сразиться? И оплошал. Печально, грустно. Ладно, давайте сделаем небольшой перерыв. Пополним припасы. В частности, нужно, наверное, чайку налить, да? Да, нужно чая попить. Все, короче, перерыв 5-7 минут.
Такс, ну что же, продолжаем. Чайника я только не дождался. Слишком долго. Слишком долго. Вижу, у вас тут идет общение. Это очень и очень хорошо. И все-таки я не знаю, что делать с этими хантерами. То ли пойти им реально по зубам дать, то ли убежать от них. По большому-то счету... Че там за лади начались? Это мне не нравится. Ну не лагай. Не лагай. Бейтер, привет. У вас не лагает, ребят, стрим? Все нормально, все хорошо. Что-то мне показывают какие-то проблемы с коннектом. Не с коннектом, а с отдачей. Что-то не хватает. Так, диктофон не взял. Ничего не лагает, все окей. Все окей. Ну ладно. Ладно, если все окей, то. То хорошо. Надеюсь, он выбрасывает после этого. Почему он сам пропадает из инвентаря? Может, Карлос хотел бы себе оставить диктофон? Он просто пропадает и все. Сразу же тогда сюда сбегаем за ключом, а в этот раз. Тут у нас небольшой спор возник. Зара считается частью канона серии. А по идее считается, да, вроде как считается. У мистера Ниги ничего интересного нет? Это я же уже чекал. По идее... Ну, как там, изначально вроде не считали, не признавали фанаты, а потом сами девелоперы сказали, что типа да, это канон, все дела. Билли и Клэр действительно пропутешествовали вместе до событий, собственно, оригинального резидента, короче, такие дела. Думаешь, какой будет финальная часть фильма Резидента? Ну, экшеновой. Жесткой такой. Экшеновой частью. Куча боев. Мила Йовович там будет вообще прыгать всех. Разносить просто в хламину. Мне так кажется. А что там еще может быть? Ну давай, пацан, включайся по скрипту. Ну, скрипт. Оп. Включился, пацан. Билли и Ребекка. Извиняюсь, он по DC. Почему тебя тянет назвать Ребекку Клэр? Но они в чем-то похожи. В чем-то похожи. Согласитесь. 2-5-3 в этот раз. 2-5-3. И эта шняга в этот раз здесь. Надо не забыть. 2-5-3. Вы мне напомните, если что. Так, там сейчас была здесь. Значит, попробуем вот так вот напротив поставить. Ведь в прошлый раз она напротив как-то была. Ой, Хенри, я не успею прочитать этот большой текст. Внимание, спойлеры. К финалу франшизы, те, кому удалось посмотреть в тизере, мы увидим неизвестный вирус, который будет распылен в атмосфере, пока не ясно.
Либо он уничтожит все живое, либо это будет антивирус. И по нарезкам тизера можно 100% сказать, что это последний фильм. Вся история которого завязана на Элис. Будут ли другие фильмы без героини, пока не сообщается. А это так копипастно откуда-то. Копипастно откуда-то. Ну хорошо, хорошо. В любом случае я посмотрю все-таки. Не зря же я все эти прошлые фильмы смотрел. Хотя, как по мне, история могла бы вполне себе логично закончиться во втором фильме, и не стоило мучить фанатов. Учитывая то, что Йовович недавно родила, трюкачить она будет не особо резво. Ну почему ты так считаешь? Мне кажется, что все норм будет с ней. Хотя она, конечно, уже не та. Вспомните, какой она была в первом фильме «Обитель зла». Это же вообще просто женщина мечты. А в прошлый раз такого не было. Смотрите, игра. Игра просто удивляет. Синоморф, спасибо за донат на вакцину для Джо. Спасибо огромное, дружище. 200 рубликов. Мега респектос, брофист. И безмерная, конечно, благодарность за поддержку. Поэтому такой уже она привлекательной не будет для мужской аудитории, все-таки там подсороковник, да. Но сам факт завершения этой истории не может не радовать. По меньшей мере все закончится и перестанут издеваться над лицензией. Ну блин, ну в пятом фильме такой бред. Мне еще так четвертый более-менее понравился такой. Ну вроде неплохо, они там выживали там в этой тюрьме. Интересно было, хотя там этот палач из пятого Резидента хрен знает зачем появился и откуда. Но все равно было интересно, было прикольно. Стиль такой у нее был выдержан. Интересно, а в пятом че наворотили? Огромная подводная станция где-то на Дальнем Востоке. Такую херотину вообще просто насочиняли. Слов нет. Кроме пятого элемента резидентов, так-то и не вспомнишь годных фильмов с Милкой. Не трэшовый ультрафиолет же. Ну, она Жанну Дарк играла, она в каком-то таком полуэротическом каком-то фильме играла. Я тогда что-то по телеку смотрел. В принципе, у нее много довольно-таки ролей. Но ультрафиолет мне, кстати, не понравился. Что-то как-то совсем плохо. Так, активируем. Так, самый классный момент — это осада Белого дома в конце фильма. Так. А что такое? А! Ставить питательную основу. Как мне сказал? 1-3, да? 1-3 и А. Вот А я запомнил. Ну что, братюни, в этот раз я от вас убегу. I don't enough health for you too. Бежим. Мы должны им отомстить. Ай. Твари! Получили камбэк от Карлоса. Вот, не будете выёживаться. Ну в прошлый раз реально какой-то бред был. Вот просто бред.
Вы видели, сколько там кутов прошло? Там вообще нереально много кутов прошло. Но уворачивался, и все равно они меня просто изничтожили. В прошлый раз какие-то они слишком усиленные были. Видимо, из-за того, что в этот раз нам тут зомбачков дропнули, побольше врагов, их решили имбовыми не делать. Игра так решила. Ну а как еще это объяснить? Сейчас, блин, еще немезец появится. Немезец какой-то. Хелен с 25, спасибо за подписку. Хелен. Это Елена из Resident Evil 6. Очень, кстати, симпатичная женщина, надо признать. Так, первый этаж. Отомстили. Вот знаете, душа радуется, когда ты мстишь треклятым хантерам. Душа. Душа радуется. Вот это я испужался. Вот это я испужался. Кстати, в этот раз даже без карты. Давайте карту заберем. Хоть что-то на память у Карлса останется. Карта больницы. ВИЧ-доти, все равно это ВИЧ-доти, да? И этот дневник я почему-то в этот раз не взял. Смотрите, вот у Карлоса сколько всяких плюшечек останется после нас. Вообще просто дофигища. Считаете, лучше убежать? Не, давайте сохранимся. И попробуем все-таки по зубам дать Немезису. Разочек хотя бы. Разочек ему по зубам, все он. Расслабится и все. В следующий раз не будет таким дерзким. В принципе, нормально так-то у него хилок падает. Так, видел уже трейлер Доктора Стрэнджа с Кэмбербатчем. Это же калька нолановского начала, особенно когда город гармошкой складываться стал. Не видел. Скинь мне Эльгара в этот самый... В этот самый ВКонтакт в личку. Посмотрю. Так, это похоже бомба с часовым механизмом. Как у нас мало времени. Если на домашний мазь, то джил будет проще. Надамажем ксеноморф. Я же буду в Battle Doom играть. Я уже поиграл в Battle Doom. Мнение по ней есть на основном канале YouTube. Открытая бета там то же самое, не буду играть. Тоже клёвый CG. Карлос мне нравится персонаж, блин, жалко, что он больше не появлялся нигде. Кроме как в этом самом треклятом тире. Оп. О, тут какие-то угри. Слушайте, откуда? Они же не должны еще здесь появиться. Что происходит? Я загрузился, это вообще какой-то больной сейв. Сейчас еще Немезис появится где-нибудь в неожиданном месте. Ну, по идее, он в холле в главном должен появиться. Мне так кажется. Что в холле. Могу обшибаться. Сейчас посмотрим. Он же еще, по-моему, дамага больше дает Карлосу. Сейчас посмотрим. Ну вот, Немезис, ты нашел место, да? Где ворваться. В нашу прекрасную жизнь. Stars.
он обиделся такой. Ну тебя нахрен. Я с тобой больше не играю. Я пришел щупальцами тебе подножки подставить, а ты меня так... Ай. Ай, вот это больно. Вот это убить может. Вставай, хорош, бро. Вставай, вставай, вставай. Нет, сейчас убьет. Пожалуйста. Учись. Красавчик, еще полно автомата. Все. Получил, сволочь. Получил. Больше не будешь жил обижать, контрольный. Я помню, мелкий проходил, я об этом говорил в прохождении. Я думал, блин, мне жутко было каждый раз с ним сталкиваться. Я думал, блин, почему его просто нельзя ему там отрезать что-нибудь, отрезать ему голову, чтобы он больше не бегал за нами. Но в дальнейшем, конечно, ты понимаешь, что это не варик. Он все равно будет дальше мутировать и становиться пренеприятнейшей личностью. Раз-раз, спасибо за подписку. Так. Мнение Хитмана не будет, ты хотел его сделать. Футажи сняты, правда, сняты футажи, просто я не знаю, как когда, как, что с ним делать. Потому что, откровенно говоря, как-то мне не очень понравилось. Ну, по одной миссии сложно, конечно, судить, но как-то не очень, особенно оптимизация не порадовала. Просто графика, ничего. Карл, что ты с ним сделал? Ей понравилось. Продолжи. Ты в порядке? Да, в порядке. А что случилось с тобой? Голос очень беспокоен. Я только что сражался с монстром. У меня плохие новости. И Николай все еще жив. Но я думала, он умер. Этот парень не знает, что значит умереть. Чем же он стал? Я не знаю. Все, что я знаю, он теперь наш враг. Прости, Джилл, но мне нужно еще кое-что сделать. Обещаю, мы еще встретимся попозже. Ты не волнуйся. Пофигист, спасибо за подписку. Сегодня подписчиков много. Неужели кто-то разыскивает Resident Evil? Так, знаете, что я хочу сделать сейчас? Вот это вот, что мне... А, это будет смесь C, да? Ну-ка. Подождите. Получится ли усиленный для Магнум? Вот серьезно, получится или нет? Потому что это очень редкая смесь. Не-не-не-не. Существуют ли они в природе? Меня сейчас обсмеет, наверное. А, Немезис Киллер же ушел. Нет, но все равно это охренительно. 104 патрона для Магнум. Это охренительно просто. Это... Just fucking perfect. Так, если бы с немецом потолковал Райден, думаешь, Немезидыч сумел собраться? Вот если бы Райден, да, думаю, что шансов не было бы у Немезидыча. Райден, он слишком жесткий в этом плане. Подождите, у меня же еще оставался. А, или нет, все, ладно, этот выброшу порох потом еще. Поэкспериментируем. Хилки почему-то все наверх улетели. Что там еще там? Ключ и дробаш, да? У меня два дробаша, жалко его беру, их нельзя взять и обстреливать, знаете, по-македонски. Это было вообще круто. Слушайте, ну можно вообще расточительно проходить до конца игры. Реально можно дробашом всех урабатывать и не париться по поводу боеприпасов. Реально, просто взять дробовик и идти наказывать пацанов. А где у меня еще же была печка, нет? А, нет, я же все потратил, да? Да, я все потратил. Ну ладно, в принципе, в боксе еще есть. И... Нам нужна отмычка. Вот хорошо, что я не забыл отмычку. Все, погнали дальше. Так... PlayStation пишет, мне Hitman понравился, но меня сначала устраивала эпизодичность игры, а потом узнал, что разработчики сообщили, что нифига не успевают и будут через 3 месяца выпускать, то есть получается
Огрызок какой-то продали. Ай! Да чтоб тебе за ногу! Сволота! Да пошел ты! Так, у меня очень мало хилок. Он живой? Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так. По хп все очень плохо. Готов. Жалко, что ничего не выпадает. Жалко. Состояние здоровья среднее, но мы сейчас найдем еще хилочек. Чтобы сделать усиленные патроны, нужно заюзать 7 банок. У тебя физически не получится сделать 21 банку пороха С. Да, хреново. Хреново. Так. Да и тем более магнум атак мощный. Куда ему усиленный патрон? Ну, представляешь? Вообще бы просто, чтоб драл на части зомбаков, как усиленный дробаш из Resident Evil 2. Вот это было круто. Вендетта мой. Вендетта мой, наверное. Правильно. Привет. Привет, добро пожаловать на стрим, ты новенький. Кстати, о лысых. Смотрел недавнюю экранизацию Хитмана. Вышла еще хуже версии до 2007 года. Насколько это вообще возможно? Да, я сразу же... Ну, я знал, что это хрень получится. Ну, догадывался. Я, короче, я его не смотрел, но я предостаточно на него обзоров посмотрел. Как и в русскоязычном сегменте, так и у зарубежных обзорщиков. И мне этого хватило, чтобы понять, что этот фильм вообще смотреть не стоит. Правда, хрень сняли? Вот и откуда наспаунились тут. Блин, я вдоволь сегодня с дробаша настреляюсь. Просто вдоволь. И при этом не буду чувствовать себя читером, потому что я сэкономил в начале игры. Ну чё, come get some. Не хочешь? Не хочешь больше? Какие прекрасные хедшоты только в оригинальных резидентах. Отмычку она не выбрасывает, что она еще где-то нужна разве? Правильно читается, вендетта моя. Ты сделал мелкими буквами последнее слово. Ну, буду называть тебя просто вендетта. Так. Я похиляться хотел, у меня маленьких нет. У меня хилочек маленьких нет. Анимезис, по-моему, на нас не нападает. В этом самом. На этом этапе игры, по-моему, анимезис на нас не нападает. В парке. Но там будет босс-червяк. Которого мы на изичах вообще разберем с помощью гранатомета. Я так подозреваю. А, вот еще, смотрите. Слушайте, а чё? Ну-ка, смотрите, что сейчас будет. Сейчас будет расточительность over 9000. Я вам сейчас покажу, как это работает. Я вам сейчас покажу, что такое расточительность over 9000. Постреляем с гранатомета. Охренеть. Ну это правда круто. При том, что он слотов больше не занимает. Вообще супер, вообще просто супер. Так. Дробь настолько мощна, голову как сочный арбуз лопается. Вообще я видел, как с дробовика на ютубе есть канал, там, короче, показывают, как стреляют по всяким объектам в слоумо.
И я видел, как по арбузам стреляют с дробовиков разных. Со СПАС-12, с ремингтонов, всякого, всякого похожего. И, короче, короче, все выглядит примерно так же, я думаю, с головой человеческой. Все именно так бы и произошло. Но зависит все от дроби, какой вид дроби используют. То есть там же есть картечь, есть что-то еще. Подождите, там нам сюда. Сначала нам сюда. На все битвы с Немезисом это хрень, потому что Немезис, он, как тебе сказать, он против него хреновый хреновый, короче, гранатомет, он слишком медлительный. Против него лучше всего магнум вязать. Вендетта мой переподписался. Такой вопросик, а точнее просьба, извини, что не по тематике твоего канала. Можешь дать совет, как побороть страх в записи своих первых видео? Показать друзьям то, что ты делаешь, чтобы они оценили. Если они скажут норм, то публикуй для всех. Как тебе такой вариант? Так, нам что нужно? Нам нужно... Сейчас, короче, посмотрим. Вот так, да, по-моему? А, это нам ничего не даст. Подождите. А, белые сверху вправо и внизу два черных. Понял. Блин, белые сверху, что я делаю? Ну-ка, так, нихера не заработает. А, подождите. Они ж по дефолту так стоят. Не сюда. Подождите, а что я не так делаю? А, мне не хватает этой шестеренки, да? Ну, получается, шестеренки не хватает. А что я не так делаю? Кто помнит, объясните мне... Тут в чем смысл? А, черную сверху, белые снизу. Ну, черные сверху, белые снизу, все. Но это нонсенс. В реальной жизни это нонсенс, если черные были сверху. Так, мне сюда рано, а куда мне? Точно. Точно, спасибо, что вы есть, ребята, на стриме. И мне не приходится заниматься лютым бэктрекингом. Ай! Ай, мерзавец! Ай, куда кусает, сволочь. Может, он молочка хотел, но жалко, к сожалению, не в той кондиции. Оп! Как тебе такое? А вот такое? Фига ты уворачиваешься, Джилл, я тебя боюсь. Просто на раз вырабатываем. Геймпадом играешь? Каким геймпадом? Xbox-овским геймпадом. Сунул все-таки меня. Тварь.
Блин, кайфово их относить. Тормозящий стрим. Че он тормозит? Тормозит, ребят, стрим. Вот сейчас у меня вроде нет никаких потерь. Никаких потерь пакетов. Плюс чат у кого-то тормозит. Трансляция. Фига ему руки оторвало. Я вообще по бочке хотел выставить. Да, все. Сторожку мы сейчас откроем. Он был застрелен. Но это его Николай. Пишу, что нормально. Попробую Олесу через приложение на андроиде, например, посмотреть. Или я не знаю, как-нибудь, короче. Как-нибудь по-другому, через другой браузер. Если через комп, ноутбук. У меня вот, например, бывает, что на опере. Через оперу лагает, переключаешь на хром, нормально там работает. Так, Ведьмак 3 Каменные сердца не прошел еще, просто скоро Кровь и вино выйдет. Говорят, что в этом дополнение выложится на 200%. Ну, интересно, на самом деле. Интересно, я так и не поиграл. Я очень себя казню за это. Но не играл. Надо будет пройти. Я тут начал перепроходить третьего Ведьмака на PC. Дошел практически до Новиграда и забросил, так и не играл. Потом этот вышел, Division, и все, я на Division переключился и чисто в Division играл. А, это червяк там тусуется, да. Ой, не надо на них-то, не стоит тратить, я думаю, вот эти хорошие боеприпасы. Как вам такое? Да ну нахер. У вас что, так много? Ребята, у них тут бесконечный спаун, что ли? Да ну нахер. Капец. Сколько их наспаунилось, ужас. Так, раз уж зашел разговор о каменных сердцах, если поиграешь и понравится, и будет время, может быть, запишешь или постримишь. Можно, кстати, постримить, но там, видишь, у меня уровень еще недостаточный, мне нужно пройти полностью. Я пострелял, там, короче, какой-то очень высокий уровень нужно, а я еще не прошел. Хотя, можно, в принципе, без проблем. PS4. Но видишь, что тут, наверное, один такой желающий, который хотел бы посмотреть это. Я так подозреваю. Они бесконечно спаунятся. Инпут, я поражаюсь твоим знанием. Ты прям все мелочи помнишь. Оп. Классно. Прям все мелочи. Это я хотел зарядить просто. При игре Ведьмак не возникало желания приобщиться к книжному первоисточнику, который, к слову, офигенен. В совокупности с игрой эффект погружения усиливается, гарантирую это. Пытался приобщиться, начинал читать, короче, первую книгу. Сейчас я даже скажу, как она называется. Сейчас скажу, которую я, короче, начинал читать тебе. Special for you, как говорится, Эльгара. Special for you. Последнее желание.
Последнее желание, вот, короче, вот эту я начинал. Но что-то так на первых главах и забросил. Ну, нет, она прикольная, но что-то, видимо... Видимо, не под настроение оно пошло. Я смогу еще сделать патронов для магнума, смогу еще, представляете? Или не смогу. Нет, по-моему, больше пороха не будет. Может, на заводе будет. Но это useless будет. А, сжечь. Сжечь сначала надо, потом пробить. Сжечь, пробить. Crush, kill and destroy. Ведьмак 3, личная игра. Личная игра на стриме как-то не то. Так, вот с порохами сейчас все вот это дропну. Пороха к порохам. Дробаш можно вверх. Ну, это можно выбросить. Подождите, а где? А, вот. Ой, палку, палку, палку. Забери палку. Да. По три банки А и Б. Ну хорошо, все. Нам точно хватит. Ну то есть нам и так хватит, но... Посмотрим, а вдруг что-нибудь получится. Вдруг что-нибудь получится. Вдруг мы сделаем уникальный... Игра забагуется, и мы сделаем самый уникальный порох. И этот стрим... пройдет не зря. А, зажигалку можно? Да, конечно. Криса поблизости нет, курить некому. Оп. С такой амплитудой она бы так не выбила кирпичи. Мне так кажется. И вот тут смотритель. Вот не... Мне интересно, вот это именно... Это Николай, по-моему, тут тусовался. А может, и не Николай. Ему каждый раз приходилось заделывать кирпичики. Чтобы это не палиться. А, нет, смотрите. Может быть, и Николай тут тусовался. Может, и не он. Место, конечно, пристранное. Так, и это значит, у нас откроет путь к заводу проверить. Маленький ключик с железным кольцом на нем написано. Все понятно, все понятно. Всем наблюдателям, задание прекращено. Возвращайтесь немедленно. Повторяю, всем наблюдателям, немедленно возвращаться. Отбой. Что-то у меня реально подлагивает, ребята. Может быть, для дальних зрителей это как раз-таки... Я впечатлен тем, проблем. Что ты смог дожить до этой минуты. Ты смог. Ты, кажется, сам неплохо справляешься. Не хочешь помочь? Я не намерен тебе помогать. Потому что мы только пешки в этой игре. Да, судя по манере говорить. Нашим работодателям нужен подробный анализ зомби, созданных путем заражения Т-вирусом. Ты хочешь сказать, они нарочно послали целое военное подразделение на корм этим тварям? Не совсем так. Хотя условия операции были крайне опасны, команда погибла по непредвиденным обстоятельствам. Нам нужно было только собрать данные с объектов. А! Еще один мутант! Так закричал. Еще один мутант. Сейчас, короче, ребят, это... Ребутнем трансляцию. Ненадолго.
то, что меня смущает. Да, она действительно может лаговать те, кто далеко, короче, от сервера находится. Она то и дело на желтый перескакивает. Хотя я не знаю, почему так. Вообще даже предположения нет, what the fuck. Давайте засейвимся, чтобы проблем вообще никаких не было. Мне там подсказывают еще взять кислотные снаряды. Блин, а чё ж ты это не зарядила? Сейчас кислотные снаряды возьмем. Офигеть. А у меня они есть вообще? А у меня нету. У меня замораживающий только есть. То есть вообще useless. Useless. Возьмем тогда магнум. Дропнем это. И должно хватить. Сакстром, спасибо за компанию, Антон, спасибо за стрим. Пойду я завтра рано вставать. Давай, удачи, спасибо, что поприсутствовал. Сейчас все равно будет ребут стрима. На последний раз сохранимся в этом. В принципе, еще где-то час игры. И будет норм. Ладно, сейчас просто ребут стрима. Оставайтесь, короче, не уходите далеко. Минут 5, наверное. Перезагружу заодно программу.